меня слышишь? А ты? Куда ты стрелял? Думаешь, я не видел? Ты вверх стрелял. А за это знаешь, что тебе? А чего я сделал? Как это чего? Там же никого нет. А если бы был? Где? Там ведь деревья. А если бы кто на дерево залез? Кругом была команда. Ай, ну чего безобразите? Положь винтовку на место. Я и повернулся кругом. Устав строевой службы проходил? Проходил или нет? Кругом по-русски означает кругом. Именно то, что я сделал. Поворот кругом, как мне кажется, означает поворот на 360 градусов. Каких? Каких еще градусов, Асафьев? Хм! На огневые позиции. Шагом. Марш! А я тебя за родителями отправлю. За какими родителями? За такими, какими надо. Что за огневая позиция? Не понимаю. А ну, ложись на мат. А Асафьеву родители в блокаду померли. Огневая позиция – это огневая позиция, понял? Марков? Я. Определи основные части винтовки ТОС номер 8. Приклад. Дуло. Сам ты дуло. А что ж тогда такое дуло?